Вот, закончил поделку. Вот такую вот. Для детского сада. Значит, дело в том, что там опять очередная, как говорится, моя поделка уходит туда. Родители опять попросили что-нибудь сделать, касающееся, что с правил дорожным движением. Вот, и я что-то думал, что придумать, потому что зашел, там уже кто-то принес светофоры всевозможные, там, ну, какие-то быстро такие делающиеся из картона и, как говорится, из подручных средств, из скотча и красок, какие-то уже предметы сделаны были. Вот. Ну, я подумал и решил, что надо, во-первых, тоже что-то сделать в качестве материальной базы обучающей. Еще, во-вторых, я думал, надо поучиться, как говорится, такому опыту поднабраться, как вот делание макетов, и понять принцип, что, как, детализация, вот это вот все проще, вот это панорамные такие вещи, когда выставляют вот эти вот макеты, классно смотрятся довольно-таки. И я решил тоже попробовать сделать что-то себе подобное такое, вот только в маленьком масштабе. Ну, в принципе, у материала у меня никакого нет, нет флокаторов, нет травы, которые там обычно сажают, делают. Вот я сделал это из элементарных вещей, которые у меня оказались под рукой. Это кусочки фанеры. В принципе, здесь все по большому счету из фанеры. Вот только единственное, что купил, не нашел, и у меня времени не хватило сделать, потому что уже время поджимало, сделать фонари. Вот. Еще бы я бы знаки добавил сюда, типа пешеходные переходы, там осторожно, там уступи дорогу, может быть, какие-то вот новые. Но объем не тот, масштаб немножко не тот. В принципе, делалось это все по большому счету, ну, как говорится, за очень короткий промежуток времени. И вот получилась вот такая вот, короче, у меня моделька, так скажем, для обучения детей, как себя вести на дороге. Там, я не знаю, это уже будет зависеть не от меня, как будет объяснять учитель, там, преподаватель, руководитель, там, кто у них в детском садике там этим будет заниматься вопросом, я не знаю, может быть, отдельно будут приглашать человека или сами будут показывать что-то. В принципе, что еще хочу добавить? Траву, значит, я использовал несколько видов разных губок. Вот, и макал, и в зеленку красил. Но это мой первый опыт, так что тут, в принципе, мне много чего простительного. Вот. Значит, и в зеленку макал, и просто была зеленая губка. Я нескольких цветов старые, я их разрезал. Вот, получилась травка такая. Цветы сажать никакие не стал, ничего делать не стал, потому что, опять говорю, времени в обрез. Это сейчас уже, прям сейчас, в данный момент, уже поедет в детский сад. То есть я приеду, отдам. Вот, и я бы еще, конечно, здесь наклеил с обратной стороны для светофоров, ну, цвета. Ну, у меня нету больше наклеек этих, и я говорю, я не успел, немножко, говорю, подзатянул этот процесс, время, в принципе, было достаточно, но я сам себе злобный Буратино, и из-за этого, как говорится, вот такая вот коляска. Ладно, в принципе, что, говорить особо много нечего тут, вот, вот такая вот модель, еще раз говорю, перекрестка сделана для детей, пусть обучаются, показывают, рассказывают преподавателям все и будут знать, как правильно переходить дорогу.